Казанский федеральный университет реализует для своих выпускников программу «Стартап как диплом». Идея направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие предпринимательства и позволяет в виде выпускной квалификационной работы защищать бизнес-проект. Внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов планируется более чем в 40 вузах, в том числе Казанском федеральном университете. Программа «Стартап как диплом» – это федеральная инициатива, которая реализуется в университете вот на уровне сборки, скажем так, всей конструкции с осени 2021 года. Вот уже весной мы начали массированную такую информационную кампанию, и у нас есть воронка из 10 тысяч студентов, там третьекурсников, которые проходят курсы инновационной экономики и технологическое предпринимательство. И мы вот из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. В этом году по акселерационной программе университет готовит 7 стартап-проектов, вовлекающих работу 30 студентов. На этой неделе прошло первое заседание экспертного совета по подготовке к защите ВКР в форме бизнес-проекта. Студенты-стартаперы получили обратную связь по своим идеям и предложения по финансированию. И, ребята, вот 7 стартап-проектов у нас сейчас в орбите, скажем так, этой акселерационной программы, они получают рекомендации, они получают обратную связь по своим продуктовым решениям. Вот в настоящий момент ведется работа над развитием их клиентского сегмента. Выполнение ВКР в форме стартапа возможно при условии существенного личного вклада студента в организацию своего проекта. Благодаря программе студенты выйдут из стен университета с практическим багажом, который в будущем можно будет монетизировать. Валерия Гарнышева, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.